Всем доброго вечера. Вот после ужина надо немного походить. И думаю, сразу сделаю и ролик. Вот, потом приду, поставлю через Wi-Fi закачаться. Вот, ну и начну. Сначала покажу, что же вокруг делается. Вот видите, как вот они стелят вот эту штуку. Внизу утеплитель, сверху это пленка. Вот, по всему полю вот этот толстый, как линолеум. Он даже толще, чем линолеум, мне кажется. Вот это все дно, вот смотрите. Вот, ложат вот этой пленкой. Такой голубой пленкой. Вот так, смотрите. Вот он там воду выгоняет, вот это утеплитель ставит снизу сначала, такой типа поролона теплого, как под это ламинат, а потом сверху вот это по краям обшивает металлическими профилями. Вот, и все. Это, считайте, надолго очень. Говорят, что 10 лет. Спокойно прослуживает вот это, чем краска. Краска, говорит, слезает, каждый год его надо, говорит, перекрашивать, воду выгонять. А теперь это будет десятилетие. Вон там в рулонах лежат эти утеплители. Вот они будут везде обшивать. Вот так вот голубой, вот такой это будет. Вот смотрите, вот. Но сезон, конечно, накрылся. Летом, когда вода нужна была здесь, фонтаны, все-все, ничего не это. Ничего. Все на смарку ушло. Вот этим ремонтом. Там новый фонтан поставили еще, кроме этого. Три фонтана еще. Везде будут фонтаны бить со светомузыкой. Но сказали, что, говорит, в сентябре закончим, к концу, говорит. Потом, говорит, круглогодичнее это будет. Вот. Она, чтобы не замерзала, внизу вот эту утеплитель ставит. А то, говорит, зимой замерзает он. И рыбок пустим, говорит. Все будет тут. Ай. Все, что не делается для красоты, для людей, делается к лучшему. Ну, спасибо, конечно, за комментарии ваши, ребята. Вот, стараюсь вас чем-то развлечь. Свободное время. Я успеваю не только что-то делать, но и готовить, и делать дела. Вот. Энерджайзер, как это говорили про туркменок. Энерджайзер. Я тоже энерджайзер, можно сказать. Вот. Сейчас еще свои сделаю. Еще 5000 шагов. Утром делал 5, потом еще 2000 походил. В общем, 12000 шагов получится. Не так уже много для такого молодого, как я. Ну, что такое, 61 год, сопляк еще. Вот. А вот, смотри, это краска была. Сейчас вот этой краской сверху вот эту штуку заклеить. Вот видите, накрашено. Постоянно как красить надо было, а теперь не надо красить. Вот сверху вот эту пленку сделают. И будет кайф. Вот, красота будет. Водичка, фонтаны. В общем, капремонт парка. Вообще здесь эксплуатационные работы очень хорошо ведутся. И за домами сидят. Вон наверху, видите, дома. Этим домам 20-30 лет. И смотрится, как будто, блин, вчера построили нафиг. А все потому, что ремонт делают постоянно, следят. Вот, и качественно построено, качественно, не тяп-ляп, качественно, толстые стены, все, все-таки столица, могут проверить и того. Вот, а в этих, так и курортных городишках, там контроля-то нету, клепай сколько хочешь нафиг. Вот, вчера, короче, он шашлыки жарил, кебаб, сегодня он застройщик. Нет, тут такого нет, ребятки. Тут это дело такое, что... Ой-ой-ой, будет, мама, не горюй.
Мне сказали, это только таких компаний, у которых не только лицензия есть, но и техника, опыт, и сделанные работы уже выполнены. Ай, молодежь сидит там. А ну-ка вот пройду-ка я вот так вот еще сверху посмотрю. Как, что? Вот здесь еще он даже застелит вот эти все вот эти каналчики. Вот, они все должны... Ой, адская работа, ребят, адская. Очень адская работа. Вот такие деревья тут растут. Интересно, на сосну тоже не похожа. Она не колючая вот эта, смотрите. А, и сосна вроде бы, и не сосна. Странное дерево. Здесь столько видов деревьев, а можжевельники. Вообще... Здесь вообще за растениями следят. Вот здесь все сорняки отстригли, только можжевельник оставили. Вот он там. Лаванда растет, но которую я почти всю собрал. Вот. И подушечки сделал, и масло сделал, и букеты сделал. Мне говорят, пропадает, берите все равно. Я говорю, ну, разрешение спрашиваю. Да вы задолбали, говорит, разрешение. Идите, говорит, берите. Вы же, говорит, ничего не ломаете, цветочки собираете. Вот. Вот смотрите, вот это уже готовая работа у них. Вот видите как. Вот они как обшивают вот так вот. Ой, блин, это такой адский труд, ребята. А вот это мусор уберут, наверное, они. Это от стройки вот это, которые старые, вот это убирают всякие эти. Вот, вон. Видите как. Водичка стоит, никуда не это. Вот. А вот по бокам вот такой металлический метим, видите, обшивает. Вообще красиво, красиво, красиво. Надо делать, для людей надо делать. А вот лаванда, видите, как уже, когда отцвела, у него семена остаются. Их тоже можно собрать. И знаете, они очень пахнут. Вот смотрите, как собирается. Вот она. Раз, вот так вот. А ну-ка. Ой, мамочки родные. Ой, такой запах. Слушайте, я потом эти семена соберу. Хотя мне не нужны, но из них тоже можно какой-нибудь что, подушечки еще. Хотя я их сделал общее количество 174 штуки. Вот смотрите, вот она, лаванда уже отцвела, но семена остались. Никто и не собрал, надо было цветки собрать, всем людям делать. Вот, и вот там лаванда, вот видите здесь, везде вот эти лаванды, лаванда на лаванде. Вот, вот смотрите, вот они, вот так же вот они семена остались, и семена очень быстро собираются. А потом они превращаются в кустики и ждут следующей весны. Представляете, вот они вот такой кустикой стоят, вот это верхнее все убирается, и сам отпадают они. А потом все, вот смотрите, сколько лаванды. Они пахнут, ребята. Даже на руках у меня такой запах. Это невозможно. Как будто я одеколон воткнул руку. Вот это я понимаю. Вот они вот так делаются. Видите, как здесь хорошо. Вот так потом на водичку пришли. Вот так посмотрели. О, красота. Там еще работают, странно, видимо, они круглосуточно решили работать. Уже 7 часов почти, они работают там еще. Вот лаванда, ребята, конец лаванды. Но это не конец, у них семена тоже очень это. Если бы, ну здесь хозяйственных очень я посмотрел, мало это. Надо собрать, а потом, короче, подушечки сделал. Масло сделал, парфюм можно сделать. А спирт продается здесь. Я посмотрел 5-литровых бутылях Facebook маркеты. Здесь в Анкаре продают 5 литров, короче говоря. Этиловый спирт написано. Вот 5 литров 530 лир. В общем, 100 лир литр, да? Вот, пожалуйста, вот это набросал, короче, от души. Отстаивал. Все, блин. Готов парфюм нафиг. Водой разбавили его от души. А там 96 градусов. Можно даже литр купить, короче. Сделать 5-6 литров освежителя. Я это умею делать.
И вот на натуральном сырье, понимаете, никакой не химии, вот это вот, все побросать, вот это вот семена, и сделать, короче, освежитель для комнаты, для туалета. Это просто обалдеть, ребята, это просто обалдеть. Вот. Лаванда — это настоящее чудо, успокоительное такое. Вот. И такой вот делает такой релакс такой, да, вот. Вот. Вот смотрите, как обшили вот это вот по бокам вот этими профилем вот такими. Раз, 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 раз. А там, видимо, они спаивают их или что-то. Наверное, да. Или склеивают, или спаивают. Вот один еще сорт можжевельника. В общем, вот такая вот житуха. Вот. Спасибо большое за комментарии. Я вот ставлю сообществу всякие какие-то исторические какие-то высказывания, чтобы вам было интересно на канале. Не то, что там только вот это самое одно и то же про Турцию. Может, вас другое что-то еще интересует. Вот смотрите, это тоже вот можжевельник, и его вот эти тоже собирал. Вот запах невозможно, хвоя. Вот на нем, пожалуйста, хвойни это делай и купайся в ванной. Ах, такие дела. Вот. Ребята, красиво. Вот скамеечки везде, вот свободно. Вот, пожалуйста, сиди, отдыхай. А, да. Вот. Да. Взяли, да? Вот. Это тоже собирал вот это я. Как он называется? Ты, блин, уже забыл. Липа, липа. Вот она. Тоже липа. Здесь везде липовые сады, деревья. А вон плакучая ива. А вот это вот лианы. А вот елочки. Вот елочки. Видите, такой сорт елочек. Такой сорт елочек. И побольше есть елочки разных цвет. Разные вот это. Вот смотрите, вот это. А? Елки. И за ним сразу плакучая ива. Значит, все дружно, даже растения дружно живут. А мы не можем, блин, люди. Даже растения из разных континентов живут дружно. А мы нет. Мы грыземся между собой. Ай, господи, что говорить-то? Не хочу про это. Настроение свое портить. Вы в своих комментариях все красиво пишете. Молодцы. Так и есть. Все так и есть, ребята. А вот смотрите, вы думаете, это вода. Это не вода, это вот пленка. Видите как? А, это пленка уже застеленная. А, видите? Но работают они уже. По-моему, допоздна будут работать. Видимо, им сказали, пока дождей нету. Вон там канал сделали, заново залили. Да, в общем, горячими этим вот обшивают они. А, вон у них как типа утюга, короче. Типа утюга, он идет, короче, подогревом и обшивает это вот это, да? Вообще, если не поют. А, сколько материалов сюда уходит. Это обалдеть. Вон они такие обрезки лежат. А? Смотрите, а вон ребятки работают, сушат, воду убирают, обчищивают все. Вот, а это обшивает вот электрическими этими печками. Кулагасин.
7 часов вечера уже, они работают. Вот так вот, ребята. Будет красивый такой. Это вы видите его зарождение, новое рождение вот этого фонтана. Когда-нибудь скажете, вот Ахмед показывал, вот, когда его еще только стелили. Мы помним это. Вот. И обо мне вспомните. Вон там Эрагос, видите, глазная клиника. Дома стоят. Вон они все дома вот эти. 10-15 лет уже нет. Там где-то 30-35-40 лет дома. Новых домов мало. Вон там один только высотка есть, который построили 5 лет назад. Мало кто еще заселился. Там сказали, квартиры 3,5-4 миллиона. Вот. Тут тоже один дом. Вон он стоит, один дом. Его, по-моему, года 2 назад закончили строить, но строить начали 5 лет назад. Тоже 7. Это вот это молодые. Остальные все старье. Но это не значит, что они плохие. Красивые дома. Вот такие вот дела, ребята. Всем доброго вечера. Пока-пока.